Здравствуйте! Прежде чем начать обзор на эту фигурку, у меня просьба. Все те, кому нравится смотреть видеообзоры на фигурки животных, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Или поставьте лайк. А лучше и того, и то, и другое. А сегодня обзор будет на фигурку гривистого волка. От коллекты. Так вот, запакована она, фигурка. Проложены ноги, потому что одно из отличий этого вида животных – это длинные стройные ноги. Гривистый волк – обитатель Южной Америки, самый крупный представитель семейства псовых Южной Америки. По внешнему виду он напоминает нечто среднее между лисицей и волком со значительно удлиненными высокими ногами и достаточно коротким хвостом по отношению к остальным частям тела. Гривистый волк – это животное, которое употребляет в пищу как растения, так и животных. Его вес взрослых особей достигает 20-23 килограммов. Длинные ноги позволяют ему хорошо передвигаться по травянистым степям. По социальной структуре это парные животные. В стае они не собираются. И живут исключительно парами. Замечательное животное. Замечательная фигурка от коллекты. Название фирмы и животного у него на брюхе, но, к сожалению, видно не очень. Но оно есть. Вот со всех сторон еще раз покручу. Спасибо за просмотр. И всех с Новым годом!